Ребята из Одинцова впервые на сцене в Звенигороде. Момент волнительный. Именно они повезут в свой город символы эстафеты – знамя, бескозырку, пулеметную ленту и тельняшку. Салют Победе вышел на финишную прямую. Эта эстафета уже 5 лет шагает по Одинцовской, а теперь и по Звенигородской земле, чтобы мы с вами всегда, везде и все из нас помнили о том великом подвиге нашего героического народа в той великой войне. 5 лет Одинцовский городской округ проводит эстафету. Тысячи жителей изучают печальные и радостные страницы истории, вспоминают своих солдат и отдают дань памяти тем, кто не пришел с поля боя. Ребята из военно-патриотического клуба «Вятичи» Иван, Елизавета и Кирилл на церемонии все выполнили без ошибок. После не стали скрывать. Волнение было очень сильным. Ну, я очень волновалась, когда была передача символов. Не думала, то, что так будет много народу. То есть, ну, то, что у меня вот это смотрели так много других лиц. Чтобы люди помнили то, что если бы наши предки не были такие сильные и не верили в себя, и не выиграли эту войну, то нас бы сейчас тут не было. Сцена будто перенесла зрителей в далекие 40-е. Вальс под песню Леонида Утесова «У Черного моря» закружил вихрем, и зал замер. Каждый зритель вспомнил о самом сокровенном. Ведь нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».